Это Никита Чиж, номер 4 из Калининградского государственного технического университета. Что ты можешь сказать о игре? Игра получилась очень хорошей, напряженной. Было много эмоций, и все парни моей команды завелись, и каждый выступил на должном уровне, что привело к победе. Как начинать? Как вам первый матч лиги? Мы понимали всю ответственность, ведь как начнешь, так дальше и поедешь. Мы поздравляем вас с первой победой в этой игре. И не последней. Хорошо будет. Надеемся на это. И желаем вам удачи. Спасибо. Как вам вообще Пермь? Какие ощущения? Пока не видели весь город в целом, но инфраструктура на высшем уровне. Как вас встретил стадион? Стадион есть свои проблемы, так как мы тренируемся на основном поле, а тут искусственно пришлось привыкать. Спасибо большое.